Интересно, это не то слово, это безусловно. Джек, осторожно! Интересно, захватывает. Так, ладно, этого завалили. 15 патрончиков. Две несгораемые суммы. Сейчас они тут быстро набегут. Хорошо. 300 патронов. Кстати, полным-полно патронов снайперских. Так, этого за пулеметом я сбил. Это как бы уже хорошо. И сейчас будет какой-то звук, как будто бы... А, можно, кстати, занять позицию за пулеметом самому. Как бы ее только занять. Хорошо. Так. Есть желающие вести переговоры? Что называется, так. Девчонку бы не задеть. Ну, по мне попали, вон он. Блин, просто фарш. Что это было? Ну чё, дальше идем. Пошли дальше. Достань их! Попался! Так. Ну здесь их очень много. Здесь их просто толпа. Не против. Так, хорошо. Меняем рожок. А чего он мне не дает самый броник-то? Чего он мне не дает? Здесь кто-то есть? Одни книги. Ни одного, ни бронежилета, ни аптечки. Они тут книжки только читают. Видали? О, кухонка. Сейчас, блин. Так, ну. Ничего нет. Колбасу мы тоже не можем поесть. Мы не в сталкере. Куда побежал? Не, ну правильно сделал с другой стороны. А, он сцепился с моей девчонкой. Хорошо. И опять же нам ничего не дает. Может вот с этой стороны где-то есть чем подкрепиться. Здесь наверняка сейчас кто-нибудь нас накроет. Опять туалет. Так, из окон туалета. Журнал валяется, главное, рядом с унитазом. Прелестно. Не предусмотрено, значит, у нас никаких аптек. Ух ты. Вот это уже интересно. Какая-то новая штурмовая винтовка. А, штурмовая винтовка. О, здесь интересно, что за винтовка. Конечно, попробовать. Че, будем пробовать? Ой, ёп-махалёк. Ну, с большим запасом прочности надо просто сюда доходить. И все, и дело с концом. Сейчас, смотри, сейчас просто надо по-умному подойти, и все. И тогда вот сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Я с полным? Нет, я не с полным здоровьем, в том-то и дело. Тут как ни подходи, по-умному не подойдешь.